Тихо, ёпта. А, сука, бля, красавец. Не наш свет, ёпта. I got broads in Atlanta. I got broads in Atlanta. О, блядь, Девиант в прямом эфире, ёптать. She got damn. Здорово. In this bitch. Амбассадор у Nike. Амбассадор Flow. Чисто на амбассадор Flow. Ю-ю-ю. Хуячите вискарь. Бля, вискарь мы уже захуячили. Хуячьте аккуратнее. Вискарь может стать причиной всякой хуйни. Лёха Медь Skyrim играет. Хорош. Он может играть в Skyrim, а я могу туда съездить и уехать обратно в Ауридон, ебать. Проехав через Сиродил, ебать. Вообще, мы только что сидели на студии у моего кореша, послушали его альбом новый. Охуенный альбом. Сейчас идем хавать. А потом работать. Блять. Тут делают асфальт. Хочешь в Омск? Конечно, я хочу в Омск, бля. Все, кто там не живет, хотят в Омск. Мерседес намотанный на стол. Когда Девиант? Через 2 месяца. Теперь уже. Сука. Вспоминай мое вот это счастливое ебало, когда ты хочешь узнать, когда Девиант. Хавать? Наверное, в Чикан. Да. Подожди, так-то ближе... А, хотя нет, блядь, тут же все равно центр, похуй. Ну, да. Куда биты кидать? На почту, если хорошие. Берем тусит вовсю, васап. Здорово. Здорово. I got broads in Atlanta. Бля, я так понял, что если слово шус убрать, короче, букву S, будет прикольно первое. Хоус. Спасибо, нам тоже понравилось у Блейза. Шарат. В каком случае транса? Потому что у меня 100% батарейки, и мы идем по улице. Его просто со мной разговаривать уже не вкатывает, он уже заебался за последние 3 дня. Cruising to the streets in my 2 feet. Когда клипы, Антоха? Пора вводить такую же хуйню. За каждый вопрос, когда клип, а он откладывается еще на год. Тут все пожестче, чем с альбомом. Часто встречаешь фанов? Когда так брожу в это время суток, вообще ни разу не встречал. Потому что моим фанам вставать завтра. А, не, каникулы уже сейчас, точно. ЕГЭ сданы, четверть закончена, друзья не шарят, ебать какие тут скрипты, чё? Нюко! 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 Чё здесь вообще? Bulldog. Go, hold on, hold on, hold. Сука, тип опять впалил на эту повязку, как будто, блядь, он увидел, я хуй его знает кого. Бля, привет! Саламыч. Ага. С карьерой вообще завяжешь, без клипов и альбомов. Не, я покончу жизнь самоубийством из-за горя от ума раньше, чем закончу карьеру. Но, в принципе, она кончится только, если я самоубьюсь. Или меня собьет КамАЗ. Мне однажды приснилось, что меня сбил КамАЗ в детстве. Это было очень странно. Я бежал через поле ночью. Я очень долго бежал через какие-то ебучие камыши, как будто я боялся опоздать на сбивание меня КамАЗом, блядь. Я добежал до дороги, меня сбили, и я проснулся. Типа, стой, стой, подожди, я чуть не добежал. Cloud Rapper. Фиджи. Фиджи здесь. Это такое, как сказать, приятно, когда ты идешь летом, в центре тепло,
Но свежо, и тупо чишешь яйца, всю дорогу идешь. Надо сохранять амплуа рэпера, почесывать яйца. Кайф. Агаброд и садовый. Сколько градусов? 25, наверное. Да нет, это что, 22 по ощущениям. Ну, блядь, через полчаса будет 18. Откуда я взял эту информацию? I got broads in the lena. Bitch. Кстати, so, bitch. В этой части? А, нихуя особенного. Кстати, вон этот оперный театр, возле которого была библиотека. Блядь, что-то я не обратил внимания твое на оперный театр. Монро, бич. Монро флоу, давай сюда версию панды. Нет. Нет. Я же сказал, агаброд не юбилейный. Безекий метеоролог. У меня же было такое, это... Сказал, у тебя пламя в жопе. Панда, панда, панда. Проехал. Я замечал, у нас в Перми, кстати, дохуя панд, ебать. Конечно, не так много, как в Москве и Питере, но... Учитывая размеры города, дохуя. Произношение охуительное, мне просто лень рот открывать. У меня сегодня мама, я зашел к родителям сегодня в гости, и она сказала: у тебя что, челюсть болит? Я такой: в смысле? А хули ты не открываешь рот, когда разговариваешь? Мама, я фьючер. Я сказал: Dirty Sprite for Ben, for Ben. Она ничего не поняла, сказала, выписала из завещания. Не понял, о чем она. Ага. Только заметил, что я побрился. Пиздец, чувствую себя как младенец. It's going down for real. Как трайхарда будет стрелять без повязки, ну, с неудобствами. I got some in McDonald's. Ой, наоборот. Охуительно знаю в разговорной форме, в бухой разговорной форме со всякими туристами и прочими нигерами. И прочими неграми. Прочими неграми, да. Что думаешь про Лёху Медь? Лёха Медь, царь Павлов, ёпта. Лёха Медь, амбассадор военторга, мне кажется. Единственное, что я о нем думаю. И все, что я о нем знаю, это чип, который гоняет бушики и все такое. Ага Медина, Леха. Как учил? Школа, универ, репетитор. Микстейпы Тропоголикса, много алкоголя и чернокожие друзьяшки. Это как бабы виски Марвел, только тейпы, нигры. С красный свет! Универ закончил. Закончил с универом. Слышь, долбоёб, говорю, ты куда идешь, чекан там? Блять! Сука! Пошли просто по другой дороге, прикольно. По какой, блядь? Я не хочу по той дороге ходить, он напоминает мне время, когда я здесь жил. Когда Хрип, когда Девион, какие фиты, блядь. Альбом фитов с Облой. Завтра предзаказ на Тайдале. Правда, вы не знаете, что это такое, но предзаказ уже на Тайдале. Я пью уже 3 месяца, но у меня только печень увеличилась. Хоть что-то увеличивается. Агабродзин, Урал. Сегодня красный. Меня, блядь, чуть сейчас избили. Ладно, хоть известного его. И то приятно. Видел у меня футболку резист, устойчив, типа чпокаю эти хуёвинки и устойчив к стрессу. I got broads in the lena. Слово МСК, слово МСК здесь. I got broads in Omsk. I got broads everywhere, like Uber everywhere, but broads everywhere. Сигареты у него есть. Только сначала передай привет нашей трансухе. Нашей трансляции. А кому передать-то? Всем. Просто всем, кто передаю смотрит трансляцию. Передаю всем привет, кто нас смотрит. Yeah. Видишь, какие доброжелательные, приветливые люди в Перми. Слушай, а что это за... какая-то хуйня, по-моему. Это? Да, это какая-то хуйня. Это парковали байдарку, короче. Это Илюха греб. Байдарк парки.
За бабу Лосев не жалко. Ники, дуй на слово. Не пойду, да вы заебали. После больницы интервью Блейза Ники вообще слово дуть не очень любит. Стоп. Если я поступлю в Пермский универ, что меня ждет? Но если ты не читаешь рэп, то светлое будущее на мотовиликинских моторных заводах. Мне девочка это понравилась, вернись, плиз, бля, она была с чуваком. Он чувак подошел, вообще, ебать, посмотрел на меня не очень счастливо. Ладно, хоть сигарету не едывал. Когда туса в Перми... Это все вообще не ко мне. Души не ему. Когда... Да я хуй знаю, типа, я очень хочу давно уже сам потусить, просто, бля, пиздец, не до того. Что в Перми, давайте прямо сейчас тусить. Ну не, нихуя не надо так. Это, блядь, и причем тусить надо с теми, кто спрашивает, когда будет. Надо работать. Гоу, говорит. Не, в пизду. Надо работать. Мы пошли на работу. Сейчас позавтракаем и работать пойдем. Когда концерт в Москве, блядь, приедет из Тулы, пацан, если едешь из Тулы, привези мне пряник и ТТ. Ну и танк, если можно. Чё ещё из Тулы прикольного? Все стереотипные хуёвины из Тулы. Мне всегда было интересно. Кстати, кто-нибудь шарит микрофоны Октава? Я где-то прочитал на форуме, что когда ты заказываешь микрофон Октава, он тебе приходит в пэке с тульским пряником. Это правда или это прикол? Я бы чисто ради пряника заказал себе Октаву. Потому что те пряники, которые продаются в супермаркетах, типа тульские, они какие-то ебучие. Что тогда из Перми привозить, пиздюлей? Нет, себя хотя бы, нет, попытаться сюда привезти. Из Перми не надо ничего привозить, надо здесь юзать это все. Видишь, вот люди не привозят ничего, они приезжают сюда сами. Бля, ебаный свет, надо было в сковороду сходить днем. Она закрыта. Да днем. Да днем-то, блядь, когда днем? Салютизл. Оу, Дикей, Drumaster in this motherfucker. Автор самого мощного куплета на нашей трио совместке. Ебой. Yep. Остальные в магазине не свежие, но они не сияют ярко. Сковородка Flow. Мы обязаны такое сделать. Бля, так мы сделаем, когда завтра... Схавал с Ники итальяну. Кола, текс, мачалка. Ники скоро прописку получит. Да. Если мы так еще будем идти, вот вглубь, мы все прописку получим, поебалу. А че там? Мы ж в Перми, блядь, ночью идем. А, ну я держу перед собой то, что у меня можно отжать, ебать. Попробовать. Просто забирайте, ёпта. Да, да, держи, надо айфон, ебать. Ну давай, ну только передай привет трансухе. Какой трансухе? Сколько у вас времени? 10:30. Сука, я замерз. 10:30, в смысле, ёпта? А, 10:12. А, это... Подержи, пожалуйста. Это получается... А, сука, я все время думал, что это 11. Оказывается, наверху часов это 12. На самом деле, единственный мразь момент каждое лето в Перми — это ебучие белые ночи. Это вот так, сука, светло. Это, блядь, 12 часов в Перми. То есть для того, чтобы лечь спать и не быть ослепленным через веки, мы уже опоздали. Чтобы лечь спать нормально, нам надо ждать следующий промежутка между 9 и 11 вечера. Все, пиздец. Ага, белые ночи и на Пермь, блядь. Белые ночи в Перми всех просто имеют. Здравствуйте, Евгений Топор. Есть биты скади, интересуют? Нет, не интересуют. Бло. Бло. Братс, братс. Так, куда мы, собственно, пить? Шараут. Я тебе уже передал привет. Ты мне уже тоже передал привет. Чё ты мне еще раз привет передаешь? Мы с Дави даже сфоткались. Он тебя потом отправит, наверное. Слышь, говно! Кто там? Да, блядь, пиво Битс тут нервничает. Насчет. Что-то не видишь, что я игнорирую его обоссанные сообщения.
Ну, я не видел, честно. Я просто смотрю, куда идти, чтобы не въебаться в столб. Я однажды, блядь, возле театра уебался головой в столб. Отвернулся посмотреть, как играют дети, и чуть не сломал себе шею. В каких кроссах? В черных. Черные кроссы, шаришь? Открываешь магазин, говоришь, мне нужны черные кроссы, тебе говорят, say no more words, и дают эти. Поманшпет. Не, неправильно, моньпашпет. Перепутал формулу его. I got brought in Atlanta. Я не знаю, иногда вот эти вещи сами выходят. Это не были не те типы, у которых ты отработал вчера фуражку? Нет. Этот тип вчера ушел из дома в шляпе. Вернулся в мусорской фуражке без шляпы. Говорит, бухал с металлистом и офисным работником до 6 утра. А, слышь, мы же шли хавать, ебать. Пора уже перейти, я думаю. Это, ну, интереснее идти бы. Проголодаемся, я не сильно голодный был просто. I got brought in Atlanta. Чисто шел, блядь, пожрать забыл. Узнают? Узнают. Чуть-чуть. Я иногда. Некит узнает? Не всегда. Когда мне в обед пишет из другой комнаты, где минералка? Или ты что, уже встал? Во, вот сейчас охуенно будет. Фу, блядь. Не охуенно, воняет каким-то дерьмом. Рэпер ебаш рэп. Зритель ебаш зрит. Куда после ужина? На работу ебать. Мы на заводе работаем, ночную смену. Да, Мотовилихинские моторные заводы. Я около 15 раз, наверное, сегодня в скайп позвонил ночью. Ты такой уёбок, я тебя так обоссать хотел. Я лежал убуханный, я не мог пошевелиться, блядь. И какое-то чмо мне ебошит просто в скайп, нахуй. Пидор, блядь. Я нашел в себе силу, это реально. Ну, я еще хотел минералки зацепить из кухни, блядь. Написать тебе, что ты пидор, блядь. Я чуть не упал там же, блядь, с инсультом, нахуй. Пиздец, блядь. Нахер Ники постригся на лысо, я не шарю просто. Для этого нужны какие-то, блядь, основания, ебать. Не, кстати, в этом случае у меня было основание, я просто решил вернуться к своему цвету волос. Заебался в терпу ходить. Понимаешь? Я только хотел пошутить, что твой натуральный цвет это фиолетовый. Ух ты, блядь, теракт сейчас. Теракт бойс прошли мимо нас. Бля, я знаю, это продавец, он. Теракт. Косит под Мирона, а Мирон под Шока. А Шок под Тупака, а Тупак под Бигги. А Бигги? А Бигги под Пашу Техника. Перембуш зомбис. Ага. Вообще в самой нахуй центре, в самой центре Перми. В самом центре Перми огромное футбольное поле с канализационным люком. О, щит. Тротуарка прикольная. Паша под Бизи. А Бизи под Бамбла. Я просто посмеялся, как будто я типа писал коммент вот тот, ахаха. Небоскребы. Бля, два. И мой дом и соседний. Бизи и Бамбл, когда фиты пишут. Когда никого нет дома. Бамбл был фиты из Бизи. Вот и вытянули рэпку. Рэпку. Сука, рэпка. Нихуя граффити. Есть Блин Сити, есть Арт Кебаб. Может, мы Шаурма Бойс? Да. Бля, может, в натуре Шаурма Бойс? Че, до этого, до... Да вот, блядь, вот сюда. А что, это, типа, нормальная шаурма? Хуй его знает. Просто шаурма. А может, и туда? Подожди, так, а, он уже не работает нихуя, наверное. А он не круглосуточный разве? Да. А хули он в 6 утра тогда открытый был, ёпты? Так начал работать как раз. Почем шавуха? Да по-разному. Где шавуха с картохой есть? В кебабе? В арт-кебабе? О! Ладно, убедил. Чекан, извини.
не сегодня. Сейчас мы начнем хавать шаурму, выбежит ебанутая бабка и будет пшикать нас перцовой. Перцовой настойкой, которую Никел будет на лету выпивать и спасать нас. Корейскую морковку кладут, но я не знаю, я вот сюда именно в первый раз сейчас иду. Фалафель, блядь. Фалафель это между ног. Так. Да. Туда. Некий, можешь взять 2 единицы дерьма прикольного какого-то? Сейчас я карту поставлю. Я не знаю. На свой вкус я пока заменю место. Да, любую, что хочешь вообще. Дерьма. Окей. Перископ это за шаверма. Что надо делать? Думаешь, моя целевая аудитория хавает в центре в полную шавуху с картошкой? А с чем есть? Блин, возьми какую-нибудь оригинальную. Оригинальная всегда нормальная. Она же оригинальная. Стагнация, блядь. Бомжи малолетние выучили слово стагнация, теперь выебываются. Ты просто биты не умеешь писать. Пизда. Это нормальная тема. В половине шаурмичных в Перми почему-то нет шаурмы. Некит, надо карту. Надо карту. Это тебе за то, что ты мне звонил все утро. Угу. В натуре прокрастинация. Кстати, вот, ты пока мне звонил, я сквозь сон и вертолеты успел подумать, я мысленно засэмплил мелодию скайпа, сделал бит, от Прива битс под него, написал трек NoHook 5. Очень долго я слушал мелодию, блядь. Ты, пидор, наверное, нажал позвонить и ушел себе чай наливать, блядь. У Нойза, помните, был трек, где у него были всякие там звучки из винды? Какой-то там, блядь, техно какое-то непонятное было. Ты очень долго звонил, я помню. Не хочешь, дорогой вискарь, ешь шаверму? Бля, ну я не думаю, что нормальные какие-то места есть, которые работают в это время, где ты можешь зайти и пообедать хуительно. Ну и шаверма это что, какая-то хуевая тема, блядь. Все знают, что шаверма, бойс, это самое верное вообще. Никел не храпит что-то в этот раз. У нас, по-моему, нету... А, у нас есть вроде Бургер Кинг, но он далеко от нас. Здоровая пища — это то, что нам не нужно. Нет, вот он приходит. Минут 7? Это арт-кебаб, это значит 27. Никел мне написал, что у Никела храпелка сломалась. Никел в натуре написал сейчас. Я знаю. Какой рукой ты написал из двух? Той, которая с планшета в бургерах. Бургер Кинге 200 рублей, 2 бургера и 2 картошки. Бля, в KFC нажрал на 700 рублей во времена Жора.
когда я открыл для себя фастфуды, я прям впихивал в себя еду. И как неваляшка выходил такой. Ускоренный метаболизм. Иглисты, ха-ха. Как все любят подъебывать худых чуваков. Да у тебя ж глисты, хо-хо-хо-хо, бля. Чё ты спросил про 700 рублей? 700 рублей — это гигантский мразь-бургер, картошка-мразь большая, с двумя мразевыми сырными соусами, тортилья-мразь. Ну вот это все жрешь просто и запиваешь это мразь-колой. Ну, мразь — это имеется в виду, что оно все очень большое, жирное, калорийное, вредное и ебучее, но очень вкусное. Да, типа, а толстые типы, у которых ленивые глисты, ебать, мои-то жрут, блядь, как молодые хаслеры, ебать. У жирных типов ленивые глисты просто. А, типа, толстые болеют. Посочувствуем толстым, нахуй. Посочувствуем этим жирным уебанам, нахуй. Этим безвольным червякам, гусеницам со складками и дряблыми ляжками. Ха-ха-ха-ха. По-моему, Никел в натуре съебался. Где-то икает один скитлс, когда говорят про отчисления из универа и армию. Сука, где Никела? Если Никела не видно больше 10 минут, значит, он либо пошел за алкоголем, либо уже пьет его где-то. В натуре? А, ну ладно. Ты в сортире пьешь, то есть алкоголь? Сука, берешь и ложишься в дурку. Что проще? Ебать. Хуй знает. В 2016 году косить от армии пиздец как несложно. Ой, похуй на это тату на шее. Тату на лице скорее, вот, да, ну, то есть без радикальных мер, типа татуировок, там, шрамов. Приходишь, косишь под сетбоя, включаешь Янг Лина, такой, притворяешься таким инфантильным долбоебом-интровертом. Говоришь, что никогда не было тёлки, что ты всю жизнь ебешь свою руку, любишь компьютерные игры, живешь с мамой. Думаешь о том, чтобы покончить жизнь самоубийством, повеситься в сарайке у деда на даче. Тебе говорят, ты долбоеб, наверное. Можешь порисовать, рисуешь хуи с крылышками, говоришь, что это ангелы-хранители твои. Тебе говорят, еблан, езжай в дурку. Там лежишь, смотришь на таких же косарей, как ты, на настоящих долбоебов, спайсовых наркоманов. Лежишь так сколько-нибудь, втыкаешь в гражданских дурках. Вообще порядки не строгие. Просто. И все. Профит. Ха! Я тут даю лекцию, как откосить от армии. Да, я знаю. Аутроверт, блядь. Или всем говоришь, что ты шмель, не, нихуя. Мажешь стены говном, и обмазываешь себя и соседей. Вместе бегать по кругу и дрочить. Друг другу. Друг другу. Да, на самом деле, закосить под долбоёба ничего сложного. Слышь, покажи людям, как выглядел вокзал в Перми, мне надо кое-что важное сообщить. Но... Видите такое поёбанное зимнее здание? Нет, так вот оно здесь лучше выглядело.
потому что на момент фотографии от дня его строительства прошло еще не сильно много времени. Да, просто быть собой. Говоришь, что до 10 лет пукал в себя, срешь стоя на руках, чтобы не пачкать спину, а плакачиваешься на дверь, где у тебя висит перевернутая икона и фотографии с клипа Никела «Lord Knows». Чем больше деталей, тем интереснее. Я же не шутил про скорость приготовления в арт-кебабе. Помнишь, в Зверополисе там были эти ленивцы? Вот они здесь такие, только татарки. Lord knows. Бог знает. Ники аутист? Такой, не самый. Почем шалуха? Почем? 134 и 119. А в чем разница? Я взял шанер. А-а-а. А ты что? Угу. Ой, я пакетчик взял, точно. Да только не смузи фруктовый. Смузи с морозиной, как бы, Рим? Где Ники снимал свой клип? В сарайке у деда. У твоего. Где я пытался повеситься в это время. Но он попросил поснимать. Я такой, ну похуй. Я заебешь тебя. Даже в сарае повеситься не дал. В Раменском в сарай специально приехал, нашел, блин. На бандане, да. Там охуенная волосатая стена. Это моя спина была вообще-то. В макросъемке, блядь, дурачок. Оу, щит. У меня до сих пор студенческая карта Сбера. Это все, что меня все еще связывает со студенчеством. В Дикея Чача есть «Выходи из сортира». Тебе адресовано. Он уже вышел сразу, моментально. Как Чача? О, материализовался. Универсальный этот манок для Никиэла. Я заметил, что он приезжает, приходит на звук. Че, мать, че вы? Не, давай либо минералку, либо... Может, в натуре сачок, блин, заебало газировку пить уже. Сачок. Ну, если сачок и смузи одно и то же, то со смородиной. Бля. Как относиться к человеку, о котором неизвестно только то, что он сказал в Твиттере, что он пидор, и долбоебы сказали фу пидор. Все, что я знаю о нем. Ну, не всегда же быть брутальным, а не бритым. Иногда и сачок надо. Да я знаю, что он не пидор. Ты знаешь хоть одного пидора, который признался, что он пидор в России? Минералку и попить. Вчера был прикол, пиздец. Мы сидели, тусили и... Короче, мы пошли в магазин с Никитой, чтобы взять шоколадку с фольгой. Я не знаю, так вышло, пока ее готовили настрой. Это сервис здесь. Короче, мы пошли за шоколадкой с фольгой, чтобы заиметь фольгу для кальяна. И заодно решили взять минералки на завтра. О, спасибо, спасибо. Dirty Sprite, ребят. Короче, он был в рубашке с принтом галактики, с бабочкой в шляпе, а я вот так. И то есть, как,
байкеры, изъеденные глистами, и человек-галактика в шляпе покупают ингредиенты для 2-литрового бульбаса. Я поворачиваюсь на очередь, и стоит мать с ребенком, и такие смотрят, типа... Он еще хотел сначала 0,5 взять Бонакву, я такой, не-не, вон там 2-литровая есть, здоровая бутылка, говорю. Не, я не буду включать перископ, мы сейчас займемся делом и потом уже ляжем спать. И вообще Никита уже жрет, а я все снимаю. Давайте, пацаны, пожелайте мне приятного аппетита, и я пропаду. Должно быть. Спасибо. Давай. Спасибо, 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 спасибо. Another one, and another one, and another one. Все, пацаны, давайте, спокойной ночи.